В Дагестане родители 16 тысяч студентов получают пенсионные выплаты в повышенном размере. На данный вид господдержки могут рассчитывать граждане, получающие страховую пенсию по старости либо инвалидности, при условии, что их дети младше 23-летнего возраста, а также получают образование на очной основе дневного отделения в высшем или среднем специальном учебном заведении. В случае, если оба родителя на пенсии, то доплату смогут получать как мать, так и отец. В случае, если в семье несколько детей студентов, то она положена на каждого из них. На сегодняшний день размер доплаты равен 2522 рублям ежемесячно. Для получения этой меры господдержки на детей до 18 лет нужно обратиться с заявлением и свидетельством о рождении в клиентскую службу соцфонда или через личный кабинет госуслуг. На неработающих детей, которые старше 18 лет, необходимо дополнительно предоставить документы, подтверждающие их обучение по очной форме. Отметим, что по окончании обучения либо переводе ребенка на заочное отделение родители должны оповестить об этом социальный фонд. В случае академического отпуска, в том числе и в связи с призывом на военную службу, доплата к пенсии сохраняется.